Желающих проверить свои знания о культуре народов России встречали в школе педагогики ДВФУ. И таких набралось достаточное количество – 63 человека. По требованиям организаторов этой первой всероссийской акции, возраст участников должен быть не менее 15 лет. Но даже и некоторым пришедшим на диктант студентам ответы на вопросы давались с трудом. Знания о традициях, языках, культуре народностей, проживающих на территории России, должны быть выше школьных. Дело благое, интересное, и вы сейчас будете тем самым показателем, по которому будут говорить не просто о знании этнографии в городе Уссурийске, да, но и обо всем Приморском крае. Большой этнографический диктант проводится впервые, и это скорее тест, потому что ответить участникам нужно было на 30 вопросов, выбрав из предложенных вариантов правильный ответ. К примеру, какие народности имеют в своем языке 40 падежей? Что по праздникам ставят на стол якуты? Как зовут сказочного героя-путешественника на Северном Кавказе? Какие языки относятся к финно-угорским? А я бы не сказала, что вопросы были настолько легкими. А мне даже в некоторой степени стыдно, что я не знаю какую-то часть из них. И в основном, ну, мне показалось, что был недочет такой вот в моем личном образовании. На какой-то эрудиции где-то почитала, где-то знала сама, ну, на чем-то как-то выехала. А вот так, чтобы вот точно знать какие-то вопросы, ответы на какие-то вопросы, здесь нет, не получилось. Если брать в целом, то больше сложности возникали, это, конечно, в народах, потому что не думал, что у них достаточно разнообразные все эти традиции, религии, что их мама не горюй, не перечислить. В Приморском крае выделено под диктант 4 площадки – во Владивостоке, Уссурийске и Большом Камне. Максимум 100 баллов в нашем городе никто из написавших не набрал. Лучший результат – 86 баллов. Всероссийские данные будут опубликованы на сайте mir.etno.ru 4 ноября. И, как говорят в Департаменте внутренней политики, по результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии. Ирина Мигунова, Анна Маринец, Антон Войцеховский. Телемикс.